Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Полтора месяца назад я расстался со своим первым парнем. Мы встречались 3 года, любили друг друга, но постоянно ругались из-за мелочей. Характер у нас, ну и в конце концов расстались по мобильному телефону, так я находился в другом городе по работе на полгода. Расстались за 5 минут, хотя я этого не хотел. Очень тяжело переживаю расставание. За все это время написал пару раз, только насчет ключей от моей квартиры. Запасные были у него. В конце концов, он отдал их подруге моей. Прошел месяц, я вернулась домой и узнала, что он пару дней назад написал подруге, спрашивал, когда я приеду, попросил ключи, убрал квартиру, закупил еду, оставил мне подарки на кровати. Книги, которые я когда-то хотела прочитать. Мне только начало становиться лучше, а теперь снова упала пучина отчаяния. Позвонила ему, сказала, что спасибо за все, но я хочу вернуть книги, а также некоторые вещи, которые я у него одалживал. Хотела сначала передать через подругу, но потом предложила встретиться, чтобы поговорить и закрыть эту тему. Я не знаю, что мне делать, чтобы я эмоционально его отпустила и мне стало лучше. Не понимаю его поступки, зачем она себе таким образом напоминает, что он от меня хочет. Из-за всей этой ситуации становлюсь эмоционально нестабильной, не знаю, как выстроить грамотную реакцию, все еще его люблю. Задает вопрос аноним. Смотрите. В первую очередь, то, что бросается в глаза, и то, что, на мой взгляд, очевидно, это то, что молодой человек ваш с вами расстался на фоне того, что вы уехали. Очень многие люди только таким способом могут справиться с расставанием. Им проще как-то уйти, им проще как-то вот разорвать отношения, вот. Им это сделать как-то вот проще, чем вот, ну, быть с человеком, да, на расстоянии. Вот, и, соответственно, вот то, что вы описывать очень на это похоже. Это первое, на что хочется обратить внимание. Второе, на что хочется обратить внимание. Это на определенное противоречие в вашем сообщении, когда вы вроде бы с одной стороны говорите, что не знаете, вот, как, какую реакцию вам грамотную выстроить, да, с одной стороны, вы говорите, вроде бы. А с другой стороны, вроде бы реакцию, какую выстроить, вы не знаете, но в то же время говорите, что вот я как бы с ним, да, вот сказал, что, ну, что встречусь, как бы, и вот как-то вот хочу там поговорить, вот. То есть это, ну, в принципе это, ну, готовая как бы реакция уже у вас, это готовая реакция, вот. И, а вы от себя ждете вот какой-то другой реакции, вы от себя хотите какой-то другой реакции, вы как-то по-другому хотите поступить или что? Вот. В чем
здесь, ну, проблематика-то ваша. Это вот такой момент. Следующий аспект, на который хочется обратить ваше внимание, это то, что вы, по вашим словам, становитесь как бы эмоционально нестабильны. Вот тоже достаточно интересная история. За счет чего вы становитесь эмоционально нестабильны? Что вас так вот, ну, как бы, выбивает из колеи? Вот. На мой взгляд, это тоже очень такой важный момент, как мне кажется, по крайней мере. Вот это очень важный аспект, потому что то, что на вас это вот так вот довольно сильно, достаточно серьезно повлияло, вот это нужно вам поисследовать и как-то проработать. Вот. Ну, во-первых, может быть, до конца прожить какие-то негативные чувства ваши. Это в первую очередь. Во-вторых, увидеть, как на вас это повлияло. Вот. А в-третьих, может быть, как-то вот выработать свою позицию относительно вот относительно того, как вы будете дальше себя вести. Вот. Относительно того, что вы будете дальше делать. Потому что это тоже важно. Это тоже важный достаточно момент. Сейчас у вас этого как будто бы нет. Вот. И на мой взгляд, по моему мнению, да, нужно, вам нужно вот на эти все вещи обратить внимание. Что еще вызывает вопрос? Какие еще аспекты вызывают вопрос? То, что вы, например, больше внимания обращаете как бы на него, а не на себя. То есть вы говорите о том, чего он от меня хочет. Предполагаю, что от него зависит что-то в вашей жизни. Вот. Ну, я бы не сказал, что это такая вот полностью конструктивная позиция, я бы сказал, что это больше позиция, как мне кажется, деструктивна, когда вы даете человеку столько власти над собой. Вот. И, соответственно, ваша задача определить, как так получается. Как так получается, что у человека вот столько власти над вами, вот, что вы пытаетесь понять, что ему от вас как бы нужно, да? Ну, вот. Не вам, допустим, от него, да, ничего вы от него хотите, а именно, что ему от вас как бы нужно. Вот. И следующий момент, это момент то, что вы говорите про то, что вы его любите. Вот. Вы говорите о том, что вы его любите. И, соответственно, мой вопрос к вам будет заключаться в том, да, ну, примерно, вот, как вообще вы, там, условно говоря,
ну, понимаете или поняли, что вы его любите. Вот. То есть как вы, ну, для себя это определили, что вы его любите. Вот. Вы говорите о том, что тяжело переживали расставание, вот тоже момент такой, в чем тяжесть для вас, да? Ну, по возможности, хотелось бы, чтобы вы, ну, как-то избегали таких вот общих фраз, да, и, ну, больше как-то вот обратили внимание именно на природу своих переживаний. То есть я-то сама вот как переживаю, я-то сама вот как на это реагирую, да, вот. Для меня-то вот как бы это вот что значит для меня вот самой, опять же. Дальше. Ответьте себе честно на вопрос о том, хотите ли вы отношения восстановить. Почему это важно? Да, почему это важно? Ну, как бы, почему важно, хотите вы восстановить отношения или нет. Ага, потому что если вы хотите восстановить отношения, и если вы будете вместе, опять, то ситуация будет примерно следующая, что, скорее всего, вы вновь будете ругаться. И также из-за ночи. Если вы расстанетесь опять, то уже будет гораздо сложнее вам вернуться. Ну, как бы, ну, восстановить отношения опять. Ну, понимаете, какая штука. Вот, поэтому. Ситуация здесь, на мой взгляд, примерно следующая. Вам желательно перестать думать о том, что вы ругались из-за ночи. Вот. Скорее всего, это не мелочь. Вот. Скорее всего, не из-за мелочей вы ругали. А, скорее всего, вы ругались из-за, ну, как бы, аспектов куда более важных. Из аспектов куда более значимых. Но а вы себе это вполне вероятно запрещали. То есть вы вот, ну, вполне, может быть, привыкли как-то вот избегать ну, некоторых трудностей. Вот. Вполне возможно, что вы привыкли избегать. Ну, некоторых аспектов, вот, вполне возможно, что это, вот, в том числе, приводит вас, как бы, вот, к тому, что вам кажется, что вы ругаетесь из-за мелочей. Хотя, на самом деле, если бы это было действительно мелочи, вы бы не ругались так. То есть вам нужно признать, что что-то, что ваши характеры действительно разные. Вот. Но это не проблема.
не проблема их, ну, характера, я имею в виду. Как-то вот, ну, гармонизировать, скажем так, да, вот, не проблема. Вопрос только в том, хотите ли вы этого, вот, и готовы ли вы над собой работать. Ну, почему над собой? Потому что вот в первую очередь, как бы, к нам обращаетесь именно вы. Вот, вот, ну, как бы, в первую очередь, к нам обращаетесь вы. Вот такая вот история. Такой ответ, в принципе, вам, ну, можно дать здесь, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Поменьше внимания, другому человеку, мужчине, вот, побольше. Побольше внимания себе, вот, и у вас будет шанс, реальный шанс из этой ситуации выйти, вот. То, что вы, например, сейчас не очень хорошо, ну, замечаете, видите, чувствуете, вот, что меняется. Ну, имеется в виду, да? Что меняется в, допустим, в вашей реальности и в вашем, ну, восприятие, так скажем. Вот это, в принципе, этот навык, он поддается улучшению, он поддается коррекции. Вот это не проблема научить вас это, ну, как-то замечать. Вот. Какая-то такая история, на этом, в принципе, все. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответ, это позволит вам начать работу над собой. Вот, в принципе, если молодой человек не против, то вы можете как бы вместе с ним обратиться к психологу. Вот. То есть, ну, вместе с ним обратиться за помощью, вот, собственно говоря, и вместе уже начать решать, ну, проблемы, как, вот, которые у вас как бы есть. Вот это не так, в общем-то, сложно, на мой взгляд. Вот. Я вам желаю удачи, я вам желаю всего самого доброго, обращайтесь за помощью.